Да. Меня тебе срочно дело. Что случилось? Да? Понимаешь, инопланетяне высадились. Ты серьезно об этом говоришь? Более чем. Они попадают. Этого не может быть. Этого не может быть. Слушай, старина, я слушаю тебя из-за того, что ты мой друг. Потому что ты гонишь такую идиотскую хуйню, за которую я себе могу башку расшибить. Должен приехать ко мне и поговорить со мной. Козел ты, твою мать. Немного? Вот так вот. А, поможем. Что там говорил? Рассказывай. Да, понимаешь, такая история, когда мы вчера были... вечером, в общем, они прилетели, то есть я видел эту тарелку. Они украли, они напали на них и взяли у них части мозга. Сева! Части мозга взяли, правда, да, и я не знаю, то есть я не понимаю, что с этим делать, вот поэтому... Я просто некому обратиться. Все, ну я скажу, у тебя, может быть, беляк был. У тебя снова беляк. У меня беляк, у тебя беляк был. Нет, у тебя беляк. Я видел. Какого черта, блядь? Я видел. Ты рассказываешь вообще, блядь. Без мозга. Подожди. И причем у них был разговор, что они потом продадут это все. Они все это продадут. Да. Подожди, одну секунду. Деньги. Одну секунду. Йенные деньги продадут. Одну секунду, ты мне скажи. Йенные деньги их продадут, ты пойми. Да. Продадут их. Короче, это бабло. Подожди, давай выпьем. Еще раз. Давай выпьем вначале. Да ладно, что пить. Ну давай выпьем, да. Давай выпьем вначале. Ну, я скажу на самом деле, что произошло. Что там было на самом деле? Подожди. Были на самом деле трупы. Труп человека. Было это на самом деле или нет? Были. Подождите. Были трупы. Были люди. Мертвые люди? Были инопланетяне. Ты мне скажи, мертвые люди были? С чего мы будем писать заявление? Они были живые. Живые? Они без мозгов. Они ходят теперь, но у них нет части мозга. Как ты это увидел вообще своими глазами? Без трапов. Не, подожди. Я тебя знаю очень давно, Сева. Вот ты мне объясни вообще, как ты мог все это видеть вообще. Я не звоню в дурку сейчас, только из-за того, что я тебя очень давно знаю. Сева, как ты видел людей без мозгов, которые могут ходить? Ты что, перепил? Не знаю, но они ходят. Сева, ты мне объясни одно слово, подожди. Одно слово мне скажи. То есть ты видел людей, у которых высыли мозги, и они ходят. Ты был абсолютно трезвым в этот момент?
не совсем. Не совсем. Значит, ты был как обычно. Сила, говорит честно, потому что я буду обращаться в органы. Мне нужен доклад, рапорт. Понимаешь, по-другому невозможно сделать это все. Нужен четкий рапорт. Я должен написать все, что да, в такой-то момент гражданин такой-то погиб в такой-то момент. Ля-ля-то-поля, понимаешь? Это не просто вот так вот, я вот с воздуха это взял все и придумал. Понимаешь, должен быть четкий рапорт от меня. Тогда пойдет действие. А то, что ты там видел, что мелькнуло в кустах, мы все видим иногда, когда бухаем больше 7 дней. У меня же не даже горка. Почему? Возьмет себе врачился. Только ты можешь это решить, только ты. Больше никто. Понимаешь, это все должно быть между нами. Мы сейчас видели просто невероятную штуку на холме. Там прилетела какая-то такая вот огромная хрень. Лёва? Я не знаю, что это такое было. Но это вышли такие существа. Когда это было? Там оставили. Ну вот мы только что оттуда, я, собственно, вообще уже... Там остались следы просто дикие. Такие круглые. Случайно. Тебе надо посмотреть на эту штуку. Значит, это недавно произошло. Я прямо сейчас к вам направлюсь.
помню. Велосипедисты? Да. Я тебя туда направил. Я был на той горе, о которой мы говорили, но ничего там не нашел. Никаких следов вообще. Значит, не внимательно искал. Нет, мне просто, мне кажется, у нас у всех крыша поехала. Есть еще и другие свидетели. Другие? Да. Можешь прийти на улицу Мичурина 28. Кто там будет? Там живет певица. Валерия. Певица Валерия? Не та, про которую ты думаешь. Ну хорошо, я пошел. Я скажу. По этому адресу, и там, похоже, не только люди вбурили мозг, но и сожрали мебель, линолеумные обои. А, я же знал, что я себя не обманываю, я же настоящий журналист. Я всегда узнаю все самое суперское. Я верю тебе, похоже, здесь дело по-настоящему нечисто. Надо во всем как следует разобраться. Так я верю в тебя. Рекомендовали тебя как главного фуга нашего города. Я служил в милиции, но обращаюсь к себе как частное лицо. Я провожу частное расследование. Ты, наверное, слышал, в курсе, что сейчас попадает очень много людей. И есть такая легенда, что у них высасывает мозг. Но несмотря на то, что я проверил огромное количество фактов, я не нашел следов. Вот что ты мне посоветуешь, как не обнаружить их? Ну да. Следов они действительно не оставляют, немножко странно, хотя на сегодняшний день даже хорошо, потому что инопланетяне, они же не драки совсем, поэтому они просто не оставляют следов. Ну а как же быть, как решить эту проблему будет? Есть одно из заведомо использованных средств для живца поймать их. То есть подставить его под человека? Да, подставить человека, а ты как бы да. Девушки. Значит, нужен кто? Красивый молодой человек. Слушай, не понятно. Сразу. У меня есть один на примете. Я думаю, я поговорю с ним. Потому что это с этим нужно что-то делать. Да, конечно, нужно его уже приструнить как-то. Да. Поставить на место. Thank you.
Эй! Привет. Привет. Да. Что ты тут делаешь? На нашей планете этого нет. Но тут у вас очень много всяких фильмов, в которых это показано. Нужно это освоить, это пригодится. Понимаю. Наш уговор в силе? Да, только для этого нужно завербовать несколько сотрудников милиции. Сотрудников милиции. Понятно. Нужно назначить им встречу где-нибудь в людном месте. Типа Большая Казачья. И тогда все будет хорошо. Нам нужны вытяжки из мозгов. Зачем? Зачем? Ты спрашиваешь, зачем? Ну, конечно же, желание. Ну, конечно, ты же не понимаешь. Нужно починить катер межпланетный наш. А так без мозгов? Без мозгов ничего не выйдет. Очень важная деталь. Никого нет? Никого. Ты нужна мне. Зачем? Я нашел доказательства. Наконец-то. Да, свершилось наконец-то. Я нашел доказательства инопланетных существ. Существует. Ну перестань, мы все знаем, какой ты уфолог. Ты вечно чем-нибудь удалбливаешься и тебя глючит. Нет, это на самом деле очень серьезно. Мне нужна твоя помощь. Я нашел доказательства. Они у меня есть. С собой. Где? Вот. Вот. Смотри. Это элемент, это часть корабля космического. Я вышел на контакт с этими инопланетными существами. У меня было с ними свидание, можно сказать. Разговор был с ними. Я думаю, что это уже серьезные доказательства, и я обязана сказать об этом в новостях. Вот. Поздравляю. Да, спасибо. Я знал, что ты отретешь в моих глазах. Нужно будет тебе помочь. Да, в общем, нужно так помочь, потому что они меня вербуют, страшное дело как. То есть фактически они меня уговаривают предать человечество во благо им. Они используют мозги людей, ну, особым способом они их извлекают из людей и используют в своих целях. Фактически нужно починить корабль, как они говорят, потому что, ну, там свои темы. Вот. Люди в опасности. Они пытались уговорить меня подставить милиционера и журналиста, чтобы вовлечь их в свою игру. А мозг милиционера и мозг журналиста – это особые ценные факторы в деле восстановления проблем? Ну, как выясняется, да. Я бы предпочла, наверное, какие-нибудь другие мозги, там, художников или писателей, а лучше музыкантов. Ну, вот, наверное, мозги этих персонажей, они каким-то обладают какой-то силой, может быть, внутренней. Ну, если они твои друзья, тогда мы обязаны им помочь. Мы просто обязаны им помочь. Добрый день! С вами Вести Саратова. С вами Вести Саратова. За последнее время в нашем городе участились случаи контактов с неземными цивилизациями. Это подтверждается результатами медицинских обследований, которые показали массовое поглупение масс. Инопланетяне под видом девушек легкого поведения предлагают на улицах города оральные услуги. При контакте они высасывают мозг. Шельцы высасывают мозг. Пришельцы высасывают мозг, преимущественно у лиц мужского пола среднего возраста. Впоследствии полученное серое вещество переправляется на другие планеты для реализации в качестве алкогольного напитка. В борьбу с агрессорами в наш город прибыли специалисты. Ты хочешь, дорогой? Ты хочешь потихонечку у меня? Я так хочу.
можешь не курить эти плохие сигареты. Я все равно знаю, что ты инопланетянка. Ты это шито белыми нитками. Что? Мне главное, хочется узнать, как же вы все-таки высасываете мозг. Сева, ты не прав. Сев, на самом деле наш корабль потерпел, к сожалению, кораблекрушение. И нам нужно починить бортовой компьютер. И мозги нам не нужны, как наркотики. Нам мозги нужны для того, чтобы починить этот компьютер. Я вам не верю. Я вам не верю, но все равно очень хотел бы увидеть, как вы это делаете. Высасываете мозги. Сейчас я тебе это покажу. Слушай, старина, так что же у вас произошло? Да не знаю, браток, хрень какая-то происходит. Вчера пришли с Глоком с концерта, а мы что-то с Мискалином здорово переборщили. Окна целы, двери целы, а зашли в дом, системный блок кто-то увел. Слушай, может быть это ваши конкуренты? Черные гондоны? Да нет, черные гондоны бы не взяли. У нас в холодильнике кислоты полный холодильник. Те бы не стали церемониться, забрали. Бабки целы, ничего не взяли. А потом присмотрелись, слизь какая-то кругом зеленая и белый порошок. Мы его с глотом нюхать пробовали. Башка только трещит. Я вам скажу секретную информацию. Ты кому так об этом не говори. Сейчас в городе орудует шайка инопланетян. Вполне возможно, что это их проделки. Но не знаю, разные всякие хрени происходят в мире. А что за системный блок-то был вообще? Системный блок? Да системный блок, фиг с ним. Там на нем три альбома гиперпанка нашего было. И китайская порнуха за 10 лет. Слушай, только ради этого стоит найти этот системный блок. Я приложу максимум усилий, чтобы найти его. Поэтому, о чем и вещаю, к тебе обратились. Ты уж давай найди. Есть кто дома? Все как-то покрылось каким-то туманом.
я вспомнил один такой момент. Они обладали способностью психического внушения, гипноза. Это чувствовалось. На расстоянии. Да. И, возможно, сейчас я просто поэтому утратил. То есть были четкие очень картины, четкое воспоминание, четкие там диалоги. И все это помнилось мне, вот, скажем, позавчера. То есть если бы вы приехали, скажем, позавчера ко мне, я бы все это рассказал сейчас, покрылось какой-то пленкой. Оно вот, оно есть где-то здесь. В голове это есть. Это можно найти. Но пленка такая. Постепенно съедающаяся. Да. То есть завтра ты уже, может быть, не вспомнишь. Нет, совсем. Она. Этот файл, он как бы, назовем это файл. Он есть, и он стереться не должен. Потому что он уже есть. Но он закрыт какой-то защитой, которая растет. Потом как-то можно снять, но какой-то спецлаборатории, наверное. Может, допинг дозировку нужно выпустить? Ферменты нужно ввести специально, чтобы этот файл обрел. Где решается? Видел? Не видел. Знаешь, где? Не видел мамку. Мамку видел? Это большая база, да, такая? Не, ну как мамка? Свиноматка. Это мамка. Это мамка. И от нее отлетали светящиеся светлячки. Ну, да, в разные стороны. Какие дети? Это, по-видимому, у него было. Совершенно непонятно. То есть это светящийся такой объект. Круглый практически объект, но не совсем. Как тыква? О! Точно такой вот объект был. Отлично. Точно? Да. Прикольно. Ну, слушай, вот клево. Как странно. Что-то я все время чувствовал, что в этой тыкве есть что-то не то. Вот что мне не то. Она форма, дублирует форму. Вот отсюда вот. Вот отсюда вот. Вот, вот так вот. Вылетали. Ну вот, скажем, если это низ, вот так вот вылетали. Где стоит? Много. Где стоит? Где? В каком месте города? Я видел, она не стояла. Она была высоко в небе. Да? Над Кумысной поляной. Над Кумысной поляной? Над Кумысной поляной. Вот, все отлично. Теперь мы знаем. Над Кумысной поляной. Да? Клево. Теперь мы знаем, где она есть. Нашел место высадки. Это Кумысная поляна. Да ты опять откурился. Да, я отправляюсь туда сегодня. Дойти. Тебя скоро отпустят. В городе очень жарко. Слишком жарко для октября. Я все-таки думаю, что у тебя просто ключ. Ну да, если я не вернусь полуночи, вы знаете, где мне искать. Ну пока. С тобой попросил встретиться уфолог Леша. Он рассказывал, что нашел место высадки инопланетян. Рассказывал, как до него добраться. Уже второй день, я не могу до него дозвониться. Мобильный говорит, что находится вне зоны действия сети.
Мне кажется, мы должны с тобой пойти и сами посмотреть на это место и выяснить, что же с ним случилось. Он сказал тебе, где он точно находится? Ну, примерно объяснил, как опираться. Слушай, нам нужно разобраться в этом. Можно уже здорово, начинать. Хоть какая-то информация. Построили здесь настоящий завод. Когда не успел. Смотри, они построили здесь защитную стену. Для чего она? Не знаю, по-моему, они что-то скрывают там. А по-моему, они там будут хранить высосанные мозги. Нет, тут что-то пострашнее. Еще пострашнее? Да. А что может быть страшнее высосанных мозгов в таком количестве? Это место, мне кажется, пропитано ужасом. Да ты что, может быть, сколько же в ней метров? Вот смотри, эта сотка уже была. Сейчас пойдет вторая сотка. Это какая-то огромная база. База? Да. А, это, наверное, просто космодром. Ну, ничего больше. Смотри, а вот отсюда может сейчас палиться что-то. Мне кажется, они отсюда сбрасывают высосанные трубы. А вот здесь еще пройдет колючка, видишь, по этим да. штукам? Слушай, серьезно, они устроились. Похоже, они здесь решили остаться надолго. Кривые штуки. Нет, да короче, слушай, либо это космодром, либо это какая-то вообще пространственная конструкция, которая будет что-то делать с высосанными мозгами. Ну что, пришли там спрятаться? Слушай, невероятно большая стена. Это уже 200. И причем они сделали это за несколько дней. А ты представляешь, как ее будет видно из космоса? Ну, видишь, никто не обращает на это внимания, что она здесь появилась. А, наверное, это просто не все видят. Они строят ее только ночью, и видно ее тоже только ночью. А днем здесь просто лес.
Винни-Пух. Да, Винни-Пух, круто. Может, это как связано? А там что, Волга? Да. Какая река. Вот, вот они действительно строят какую-нибудь гиперболоид. Чтобы открывать. Вон еще один гиперболоид. Может, они пользуются мозгами какого-нибудь архитектора? Да, точно. Слушай, смотри, как странно. Сейчас лето, а наряженные елки, как на Новый год. Да ничего странного, просто у инопланетян Новый год как раз в этой.
Ага, ну привет. Добрый вечер. Наконец-то. Ну ты в курсе, да, ситуации, как бы вот у нас попадало. Инопланетяне, они украли у нас там все телефоны. Вот, завалили всех пацанов. Вот, я тут практически один остаюсь. Надо как-то спасать бизнес. Может, ты сможешь поговорить с отшельником? С отшельником? Да, с отшельником. Почему именно с отшельником? Ну, только он может помочь, только он может разрулить ситуацию. Ну, у нас эти инопланетяне отняли все телефоны. Вот, была стрелка на Кумыске. Вот, приехали с братками, блин. Такое мясо, у них бластер, они... Короче, вся бригада полегла. Я практически один остаюсь. А как же ты бежал? Ну, получилось так. Получилось? Да, так получилось. Я же бригадир. Родился. Ну, конечно. Мне всегда везет. И что решили с ними делать? Ну, что с ними делать? Блин, мы сами ничего не можем решить. Короче, нужно поговорить, чтобы отшельник как бы с ними перетер. А где он сейчас находится? Ну, ты же знаешь, как бы все расклады. Ну, последний раз контакт, я его да. видела как раз на Кумыске. Возможно, ну, они его смотреть. Уже замочили. Ну, нет, почему? Он живой. Это точно информация? Конечно, только ты можешь помочь. И как с ним связываться? Ну, переговори с ним, ты же знаешь. С ментами как бы в курсе, да, дела, как бы ты с ними работаешь. И чем они могут помочь? Ну, отшельник будет говорить с ментами, а со мной он не будет. А, то есть через ментов все решится? Ну, конечно, ну, как обычно, блин, пацаны здесь все ничего не могут сделать. Ну, попробуем что-нибудь придумать. Я поговорю с ним. С этими козлами инопланетянами. Вот это будет круто. Совсем козлы. Это будет крутняк. Может быть даже про меня снимут фильм. Да. Точно. Блин, но если я это сделаю, все, она точно даст. Лучше тёлка не видел, а ты видишь его.
Пытает волка. Но для этого нужно совершить подвиг. Нужно разобраться с этим козлами на инопланетянами. Ха-ха-ха! На кого напали? Получается, волк. Да. Вот это будет очень важно. Это будет не то, что сейчас. Это будет новый уровень. Такие штуки со мной не прокатывают. Да. И уж тогда ее потрахаю по-настоящему. Да. Я разберусь с этими подонками инопланетянами. Это бред, конечно, какой-то вообще редкостный бред. Но ради нее стоит это сделать все равно. Вау! Куча с патроны. Черт, не потерянно. Ладно, разберемся так. Куда вы везете? Мы к отшельник. Нам нужен к отшельник, у нас срочное дело к нему. Нельзя, он в медитации. Ну и что, у нас в общем очень срочное дело. Это дело касается вообще жизни города. Нельзя. Но у него же это не последняя медитация, нам нужно срочно. У нас очень серьезное дело, понимаешь? Это на самом деле не шутки. Если вы прервете его медитацию, он вам отрежет голову. Да это не страшно. Главное, нас... чтобы именно сейчас мы с ним увиделись. Иначе у нас очень важное дело, это не важно. Скажи ему одно. Ну, на свой страх и риск идите.
очень странная вещь. Город находится на грани взрыва. Все говорят о том, что это инопланетная интервенция. То есть мы не можем сказать, на самом деле это происходит или нет. Нам нужно выяснить это. И нам, как человек, который может говорить об этих вещах, нам очень важно будет. Я вообще-то сидел, медитировал. Ладно, только ничему не удивляйся, сейчас я просто покажу. Рейтинги продаж, верхние строчки хит-парадов, оружие, наркотики, растущие цены на нефть, землетрясения, цунами. А теперь вас еще беспокоят инопланетяне-мозгососы. Да, они причиняют ущерб вашему бизнесу. Да, они беспокоят ваши умы. И я вижу один единственный способ очистить ваш разум от всех этих странных заблуждений. И настало время сделать это. Наконец-то у нас снова космический корабль. Эх, если бы ты тогда не проиграл нашу козырную тарелку фараону Тутанхамону. Брат Хариус, мы тогда залетели на эту планету за водичкой. Какой межгалактический демон дернул тебя лезть в гарем Тутанхамона, где тебя и повязала охрана? А я тебя пытался отыграть в карты. Тутанхамон поставил пирамиду, а я тарелку. Но ты же знаешь, проферанс не мой конек. Кстати, сфинкса я б наперски выиграл. Будем улетать, заберем. Йо, брат Лобус, может еще почумимся здесь годок-другой? Неплохое местечко. В Саратове две достопримечательности. Нехилая речка и классные тёлки. Неплохая идея. Снимем десяток другой фильмов про наши приключения. Йо! Вселенная встряхнется. Все тёлки галактики наши. Ну и нехило бабла от проката поднимем. В галактике с момента ее расширения очень популярен тупой синематограф. Смотри, что я нашел у этих зеленых. Йо, Лобус!
Смотри, там дофига этих чертовых пробирок. Да они не шуточные, ребята. Вот это настоящий отвар, Баклан. Смотри. О, великолепно. Надо будет сделать анализ этого вещества. Йо, да чё анализ? Я уже как следует глотнул. Братан, полный улет. Тогда не мусоль склянку, старина. Передавай быстрее. Тоже надо приделаться, брат. Слушай, брат Лобус, анекдот в тему. Короче, анекдот. Гавайи, пляж. Загорает на пляже целая куча голых клевых телок. И тут на пляже садится летающая тарелка. Выходит из летающей тарелки два инопланетянина. Ну и давай телок этих удовлетворять. Удовлетворяют. Короче, удовлетворили весь пляж. Всех телок как следует протрахали. Собираются садиться в летающую тарелку и улетать. А тут вдруг одна телка спрашивает: слушайте, а на вашей планете все такие крутые мужики? Ну да, отвечает один. Только тарелка у нас с гиви. Инопланетяне они, мозг нам отсосали они, вынесли всю мебель они, мысли убивают они, в новостях покажут о них, сказок нам расскажут о них. Журналист без мозга, уфолог без мозга, а журналист без мозга, уфолог без мозга. Они отсасывают мозг. Многое узнали они, все они без мозга, а все они без мозга. Свой корабль сломали они, компьютер украли они, тарелку починяли, всех нас задолбали, прямо между нами они. Они отсасывают мозг. Шаманы они, разорвутся страны огни, разлетятся вдребезги дни, нет иллюзий, больше одни.
Инопланетяне они. Инопланетяне они. 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 Они отсасывают мозг. Они отсасывают мозг. Они отсасывают мозг. Они отсасывают мозг. Отсасывают мозг.